Многолетнее травянистое растение бадан, либо бергения, является представителем семейства камнеломковые. В зависимости от вида сроки цветения могут различаться. Часть их начинает цвести уже в последние дни апреля. Продолжительность цветения примерно 6 недель. Выращивают в слегка затененном месте, но подойдет и участок с ярким рассеянным светом. Подходящая земля должна быть рыхлой, легкой, влажной и слабо щелочной реакцией. В том случае, если сезон засушливый и небольшим количеством дождей, тогда первый раз цветы поливают во время формирования бутонов, потом, когда они зацветут, и последний раз спустя 15-20 дней. В том случае, если же дожди идут регулярно, тогда поливать бадан не нужно. Первая подкормка в начале весны, после того, как куст будет обрезан. Вторая спустя 15 дней, после того, как бадан отцветет. Для подкормки используют минеральное комплексное удобрение в жидком виде. Размножается это растением, делением куста и семенным способом. У такого травянистого многолетника корневище обладает целебными свойствами. Изготовленные из него средства отличаются кровоостанавливающими, антимикробными, вяжущими, противовоспалительными, ранозаживающими и мочегонными эффектом. В ландшафтном дизайне этот цветок прекрасно смотрится на фоне камней по соседству с узколистными или пестролистными растениями, к примеру, флоксы или хосты. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!